Всем привет, с вами Слава Игрушкин. Сегодня мы распакуем новую Сонечку. Это обновленная линейка. После долгого затишья вдруг целых две волны вышли прекрасных новых Sony Rose. И против этой я не смог устоять. Она самая классная, мне кажется, из городских. Здесь у нас куколки из прошлых серий. Кстати, это на теле третьей волны. Разные надписи, отправления. Это девочка-модница, яркие, все дела. Блог Sony Rose. И в Инстаграме я на нее подписан. Здесь у нас какой-то код, QR-код. Гулливер у нас поставляет это все в Россию. Ну, давайте сразу начнем ее распаковывать. Она же даже запылилась мне чуть-чуть. Коробка очень интересная. Сейчас мне интересно, как я буду ее раскрывать. А, вот так вот у нас подложечка достается. Удобно. Я думал, будут проблемы с блистером, но тут все так простенько. Просто вот такой фигурный блистер для демонстрации куколки. На самом деле, интересная вещь. Здесь такая подставочка, чтобы не падала. Настоящие ресницы написано. Сейчас посмотрим. Так, ну я обычно начинаю с мелочей. У нее есть такая штучка. Девушка, она деловая. И это экс. Вау, ноутбук. Деловая, а у самой какая-то картинка с диванчиком, с собачкой и с компьютером. Чатятся подружки. На столике чаек, пироженки. Все так мило, девчачья. Такая клавиатура. Ну, ноутбук кукольный. Нравится, что к ним стали делать какие-то аксессуары интересные. Так, здесь на резиночке у нас очки. Не знаю, я не рискую обычно черные очки надевать на кукол, чтобы пятен не оставить. Но они выглядят интересно. Пока что многообещающе. Сейчас открепим. Так, сумочка. Клатч. Крепится на маленькие такие заклепки. Так, ну она не открывается. Просто шитая тряпочка для красоты. Здесь есть бусинка. Сама она такая бархатная. Так, открепим саму куколку. Крепится она по стариночке на проволоку. Так уже заведено издавна. Это крепятся ее волосы, а вот здесь крепится голова. Мы ее вот так вот. Ах, мое любимое крепление головы у всех кукол. Да, и все осталось тут. Вот так вот. Так, вот эту проволоку. И что же мы имеем? Вот такая голубоглазая девочка. Волосы у нее такой рыжий, даже я бы сказал, какой-то темный, медный. Не просто коричневый, а такой прям... интересный насыщенный цвет. Сережки на ниточках. Это бусинки. И офигенная часть, которая мне очень нравится у новых Сонечек. Это вот этот кулончик. Это такая тоненькая леска. Может быть даже металлическая, насколько я вижу. И прикрепленный к ней камешек. Он вот так блестит. Классно. Выглядит это очень миниатюрно, аккуратно и красиво. Макияж довольно стандартный, розовые тени. Нижние реснички отступают от края глаза для увеличения размера. Перламутровая розовая помада, румяна. Зрачок очень такой интересный, многослойный. Коричневые бровки. На этом все. Так, здесь у нас закреплено пластмасочкой. Ой, боюсь распускать. Или ниточкой это было, чтобы потом оно... потом сидела хорошо на ней. Это у нее курточка с мехом. Такой мягкий-мягкий мех с обработкой. Здесь все привычно, длинный рукав. Само платье из такого же материала, довольно плотного. Я вижу полоски прям вот его. Юбочка дополнена кружевом. На спине липучка, тонкая, хорошая. Колготки с крупными кружевами и очень интересные ботинки. Я их раньше не встречал у Sony Rose. И кожаные с ремешками, складочками. У нее шарниры в локтях, в коленях, поворотный шарнир в талии. Ну и привычные шарниры здесь, там. Ножка у нее здесь на резинке в бедре. Попробуем все-таки надеть ей очки. Хотя тут вот прядочка такая, челочка захвачена на ниточку. И здесь тоже, не хочется испортить. Ну, надеть эти очки можно. Ресницы у них, я обычно их вот так пушу чуть-чуть. Здесь видите пробельчик немножко, не очень красиво. И, возможно, их можно подстричь немножко, будет милее. Сейчас они какие-то, ну, совсем уж прям в рекламе сниматься.
можно про тушь. Вот такая получилась куколка с интересными аксессуарами. Это все как-то на резиночке, эти клатчи надо все. Ноутбук у нее классный. И взгляд у нее, кстати, в сторону. Такой тоже классический уже для сонечек. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вы большие молодцы. А я говорю вам пока-пока.